Добрый день, уважаемые рыболовы, только нужна информация, никаких поролонок, в пизду, вот вам приманка на замену, вот это рисунок, изготавливается как и поролонка и тоже из поролона, только в задок напичкать перья марабу или красных ниток, а кому не нравятся красные, пусть всунет желтые, принцип понятен, можно напихать и пленку от новогоднего дождика. Принцип главный или концепция или кому что ближе, оснащается как и поролонка обычная, тут нового нет, дойдет, до встречи, до новых роликов.